Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, карантинные мероприятия продолжаются. Тщательные проверки подвергаются и автомобили, которые выезжают или заезжают на территорию нашей страны, в частности, по линии международных грузоперевозок. К сожалению, среди водителей также выявляются случаи заражения коронавирусной инфекцией. Делается все необходимое, чтобы предотвратить распространение опасного вируса. Водитель, занимающийся международными грузоперевозками, Сергей Максимов, в эти дни вновь занят своими каждодневными домашними делами. Наш соотечественник по долгу службы бывает во многих странах. 20 дней назад выписался из научно-исследовательского института вирусологии, так как у него был диагностирован COVID-19. Вирус у него обнаружили в ходе проверки на пограничном таможенном посту Ялама, который граничит с соседним Казахстаном. Своевременный и качественно проведенный тест не дал герою нашего сюжета стать распространителем болезни. Он в тот же день был направлен на лечение. И после выздоровления и реабилитации он вновь в кругу своей семьи. Проверили на меня на коронавирус и обнаружили, что я заболел. Хотя у меня никаких симптомов, ничего не было, я не чувствовал. После этого меня положили в институт вирусологии на Юнусабаде, где я пролежал 2 недели, принимал лекарства. Врачи смотрели хорошо, очень даже чувствую себя нормально, никаких симптомов, ничего у меня и не было, и в данный момент нету. Погранично-таможенный пост Ялама специализируется на пропуске крупногабаритных грузов. В сутки через данный пост могут проехать до 1000 грузовых транспортных средств. В направлении импорта-экспорта можно передвигаться по 11 дорожкам. На данный момент здесь проезжают 300 машин. Сейчас усилен контроль проверки водителей согласно требованиям карантина. Я из Казахстана, водитель. Здесь, на таможне Узбекистан, на границе, дают маски, костюмы, перчатки дают от распространения от коронавируса. Должно быть какой-то контроль, потому что приезжаем много границ и как бы должны как-то контролировать, хотя бы для себя понимать, да, есть что или нет. Много людей контачим с кем-то. В случае выявления симптомов в установленном порядке тех, у кого присутствует подозрение на коронавирус, изолируют. При этом грузовому авто разрешается продолжить свое движение со вторым водителем после того, как будут проведены дополнительные дезинфекционные работы. Если не будет выявлено симптомов заболевания, то разрешается пройти через контрольно-пропускной пункт. До получения результатов тестов на COVID-19 автотранспортные средства помещаются на специальные автостоянки.